Привет, друзья! Вы на канале Блог Селянина. Давненько я не снимал видео. Все как-то времени не было. Все работа. Порой даже без выходных. Бывают выходные, конечно, в дождливые дни. Но особо ничего не поделаешь у себя. Поэтому видеосъемок не вел. Сейчас покажу, что немного удалось сделать. Например, убрал лук. Сейчас видите короткую зарисовочку. И чеснока немного убрал. Вчера немного покосил травы. Вот такое вот количество. Где-то около пары соток. Что у нас здесь? Вроде бы медосбор идет. Пчелы немного на бочке, но все равно прилетает попить. Фасоль полным ходом. Уже зацвела. Кустится. Большие кусты. Так, тут у меня тыквы захватывают территорию. Уже вот такие вот большие выросли. Уже как маленькие арбузики, как дыньки. Тыквы сорта карета. Вырастают большие, весом тоже около 18-20 килограмм. Вот так они захватили территорию. А здесь, что для меня стало новшеством, это корни. Она дает. Укореняется плетя. Еще такого я ни разу не видел. Насчет картофеля. Картофель весь съел колорадский жук. Хотя я его опрыскивал. Но толку в этом году почему-то с этого мало. Поэтому ботва пожухла. Идут сильные дожди. Конечно, возможно, картофель попортится. А может и нет. Нужно будет выкопать, проверить. Такие вот подсолнухи стоят по краю. Земля жесткая и еле вытягиваются. Сейчас иду на пасеку. Отхожу и уже чую запах нектара. Пчелки выветривают. Нужно сейчас будет заглянуть к ним. Посмотреть, как у них дела обстоят. Возможно, еще магазин доставить. Сейчас пойду. Возьму дымарь, растоплю и посмотрим. В принципе, лед неплохой. Какие тыквы у меня. Хожу и не нарадуюсь. Выросли самосевом. А уже большие плоды есть. Вот там вот внутри. И здесь тоже много. Сейчас занимаюсь копкой картошки. Уже выкопал несколько борозд, рядов, где жук съел ботву. Картошка была мелкая. Сейчас со второй борозды, ну где-то с шестой, началась более-менее хорошая картошка. А у меня еще ее вот столько, почти до копны. Посмотрим на результат. Будем сравнивать с результатом прошлого года. Привет, друзья! Вы на канале Блог Селянина. Наступила пора уборки урожая. Сейчас убираю картофель. А за моей спиной на поле началась жатва. Комбайнеры убирают зерно. А точнее, озимую пшеницу. Но они пусть себя там убирают, а мы будем убирать свой урожай. Сейчас поставлю съемку на таймлапс, на ускоренную съемку. И буду вкалывать. Погнали. Но прежде чем буду ускоренную съемку снимать, покажу результат картофеля. В принципе, вот такой пошел. До этого был чуть помельче. Он внизу. Есть, конечно, отдельные экземпляры побольше, но в прошлом году в основном был вот такой картофель. Земля, конечно, жесткая. Скосил ботву. Сейчас подсохла. Копать, я бы сказал, очень сложно. Но приступаем. Вот такой вот результат с одного ряда. В принципе, калибр средний. Уже получше, чем первые ряды были.
Надеюсь, дальше будет еще лучше или примерно такого варианта. Вот такой вот результат. Целая тачка. Здесь где-то 8 ведер. 8 ведер с вот такой небольшой площади. С каждым рядом все лучше и лучше. Уже вот такие вот калибры пошли. Крупнее. С ряда уже получается ведро с горкой. До этого было не целое ведро, потом целое. Сейчас с горкой. А вот этот ряд я начал таким результатом. Вот выкопал 5 корней и уже целое ведро. Вот такой вот калибр большой. Большая крупная здесь пошла на центре. Здесь как раз и влаги было достаточно, и сорняка было меньше, да и жук ее не съел. Так как до сюда море хватило, и я опрыскал ее. Вот, выкопал сюда корень, отсюда сюда. Вот. Такие вот картофелины. Насадил хорошую картошину. Получается 2, 4, 6, 8, 9, еще 2 маленьких. Сразу говорю, лопатой копать мне не с руки. Я попробовал, но мне не понравилось. Вилами или вилами, кому как удобнее. Более как-то удобнее копать. Хотя иногда, если картошина далеко ушла от своего корня, то она насаживается на пику. Процент, конечно, небольшой, но все равно жалко. Что ж поделаешь, еще вот такое вот количество выкопать, где-то половина. Сегодня вряд ли я это успею, так как уже темнеет. Но, в принципе, комфортно копать. Днем температура до 35 поднимается, вообще невыносимо как-то работать. А вечером самое то. Сейчас еще немного покопаю, покажу конечный результат. И будем прощаться, думаю, на этом. В общем, как-то так. Прошло еще пару дней. Выкопал весь картофель. Сейчас покажу, что из этого получилось. Кстати, тягаю бревна с работы. Демонтировали крышу. Старые стропила. Немного подгнившие венцы. Все, в дело уйдет. Все на дрова. Хозяевам не надо. Они хотели выкинуть, а я... прибираю потихоньку. Пока иду до картофельного поля, решил посмотреть, что у нас тут в бочке творится. Немного есть пчел, хотя вечер. Вот пчелка барахтается. Вызвали мы ее оттуда. Давай, сползай. В общем, что хотел вам показать. То, что поле с картофелем обнулилось. Выкопал.
Здесь где-то получается 27 борозд. Точно не считал. В борозде по 12 корней. Пересчитал. 29 борозд по 12 корней. Вот, сами судите, сколько получается. Соседи и слева, и справа сегодня начали копать, первый день, а я как раз уже закончил. Трава стремительно растет. Косил вот тут недавно, а уже все березки потянуло. И газон порос. Нужно бы будет заново пойти все триммером скосить. Перед домом, около забора, у меня вот такая вот красота. Помню, как называется, космея, по-моему. Но это не точно. Такие вот желтые ромашки. А здесь даже вон с листочком. Здесь покрупнее. В принципе, сорт один и тот же. А здесь вот такие вот другого вида. Вот это последняя часть. Тут две тачки. И ведро большое, 15-литровое. А здесь другая часть. Здесь где-то еще 4 тачки. В общей сложности получается около 6 тачек с небольшим. Было посажено 4 ведра картофеля. 3 своих и 1 соседское. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Обязательно комментируйте видео для его продвижения. А с вами прощаюсь, друзья. Всем пока. До новых встреч. Новых видео.